В Верховный суд Татарстана поступила апелляционная жалоба от челнинца Алексея Семенова. Он в конце декабря был признан виновным в пиратстве, и ему назначили штраф – 40 тысяч рублей. При том, что по версии российской антипиратской организации, ущерб голливудским компаниям составил порядка 11 миллионов. Среди пострадавших такие гиганты мировой киноиндустрии, как 20 век Fox, Columbia Pictures, Warner Brothers, Walt Disney Company и Paramount Pictures. Однако 34-летний мужчина с самого начала и до конца разбирательств вины не признавал, поясняя, что на сайте в интернете он размещал лишь технические ссылки, торрент-файлы, а не сами фильмы. Так что в этом громком деле пока рано ставить точку. В конце февраля Верховный суд Республики рассмотрит протест Алексея Семенова, сообщил сегодня портал предпринимателей.